К сожалению, на сегодняшний день у нас на территории Маяковского сельского совета уже не осталось ни одного, в живых не осталось ни одного ветерана Второй мировой войны. В прошлом году, к сожалению, последний наш ветеран, Фельчак Иван Иосипович, скончался после продолжительной болезни. Вот теперь вот осталась только память. Только память и наш главный с вами долг. Мы должны предать земле все останки всех воинов, которые не были, к сожалению, в годы Великой Отечественной войны подобающе захоронены. Мы должны понимать, что такое война. И для того, чтобы открывать правду истории, мы должны показывать эту правду. Мы не должны ее держать где-то там под землей. Если люди хотят знать правду, вот эта правда. Тысячи людей лежат под Славянском, и о них никто не помнит. Вот и вся правда. К сожалению, руководство военное, которое было на тот момент, не ценило людей, не ценило жизни людей. Ценили технику и захваченную территорию. Все. Боже Дух и всякої плоті, ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові твоєму дарував. Работа ведется, и работа ведется не только по Второй мировой войне, а еще в ООС. И очень много наших ребят, которые находятся в Дебальцево, в Иловайске, погибшие, для которых у нас нет доступа. Но мы надеемся, что нам удастся туда прорваться и найти этих пацанов, которые не вернулись домой, как и эти ребята спустя 76 лет.